Всем привет! Сегодня 5 мая, мой 15-й день рождения. Сегодня я вам покажу всю мою жизнь от 0 и до 15 лет, как я росла и развивалась с каждым днем. Может, вы узнаете много нового обо мне. И снова всем привет! Это я в 8 месяцев. Лежу вместе со своей близняшкой Сашей. Саша родилась на 5 минут старше меня, а я, получается, самая маленькая в семье. Мы с Сашей очень похожи. Даже сейчас по фото я путаюсь, где я, а где Саша. Также у нас есть наша любимая старшая сестра, которую в детстве мы постоянно называли няней. Потихоньку мы росли и обретали много новых навыков. И все думают, если мы близнецы, то мы и по гороскопу близнецы, но это совсем не так. По гороскопу мы тельцы, и со своими рогами мы добиваемся того, чего мы хотим. Побывав в садике, мы быстрее всего хотели в школу, но теперь мы хотим обратно, как ни странно. Со временем мы переходили от первого класса ко второму, третьему, четвертому и пятому, и с каждым годом наши интересы менялись. В пятом-шестом классе я начала снимать свои первые видео и выкладывать на YouTube. Сначала получалось не очень, но со временем я больше начала углубляться в сферу блогеров. Канал был создан 3 февраля 2018 году. Прошло уже практически 3 года. Я туда, не переставая, заливаю новые и новые видео. Первый раз я поехала в Москву к своей старшей сестре в 7 классе, а потом мы уже чаще начали туда ехать. В 14 лет я получила паспорт. И вот наступил тот важный день для нашей сестры Кристины. Она входила замуж. Этот день был очень восхитительным и прекрасным. Прошел год с этого замечательного дня, и родился маленький зайчик, Максюшечка, наш Крапиночка, как мы Сашу его называем. Саша стала ему крестной, а я помощницей у крестной, так Саша говорит. Thank you.
Ну а сейчас я заканчиваю 8 класс, и мне уже 15 лет. За все эти годы прошло много, но в этом видео я не умещу всю историю. Ну и на этом видео кончается. Я вас очень сильно люблю. Всем пока!